Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем подробно, девчонки, буду озвучивать в начале видео. Для новичков попетельно, сегодня такой для новичков мастер-класс. Все будет очень подробно, поэтому не удивляйтесь, что длинное видео. Вот, либо это средний уровень, вот, допустим, свитера, я там более поверхностно рассказываю, поэтому это будет средний уровень, ну, и сложных вещей, вы знаете, я не вижу. Поэтому на моем канале будет два уровня, либо для начинающих, вот как этот вот мастер-класс, либо для среднего уровня, более так объемно и поверхностно. Так, сегодня мы вяжем капюшон, девчонки. Он уже был у меня на канале, такой вот мини-мастер-класс. Сегодня же я с вами разберу попетельно его и свяжем попетельно, потому что видео было достаточно популярным, поэтому я думаю, и в этом сезоне оно вам пригодится, особенно для новичков. Значит, я использую вот эту вот пряжу Yarnart Allegro Plus. В составе у нас 16% шерсть, 28% полиамид, 56% акрил. Вот, в 100 граммах 110 метров. Вот, сейчас вам еще расскажу, что можно, чем заменить. Значит, нить вот такая вот очень мне понравилась. Не знаю, кто и пользовался, как она потом себя ведет. Вот трикотажная такая, смотрите, вязаная ниточка. И внутри нее есть пряжа. Вот это и есть, если посмотреть в начале. Кто, девчонки, работал с этой пряжей, признавайтесь, рассказывайте. Вот сейчас я вам покажу, как она, что в ней. Ага, внутри просто такое насыпом полотно, волокно, видите? Очень интересная такая, и все это как бы закрыто в валичек такой, трикотажный чулочек, носочек. Вот из этой пряжи я буду вязать. Еще мне понадобится пряжа, которая будет как вспомогательная. Пока я рассчитываю на 4 мотка плюс-минус, если будут 400 граммов. Если будут какие-то изменения, я вам скажу, если использую больше. Значит, спицы 9 миллиметров, так что это будет очень все быстро и очень все просто. Идеально для новичков, очень быстро все, девчонки. Значит, заменить можно, смотрите, у меня шпаргалка Суперлана Тик 5 нитей, чтобы попасть в мою плотность, я имею в виду. Лана Голд плюс одно сложение. Здесь 5 сложений. Просто Лана Голд 2 сложения. И Лана Голд 800 7 сложений. Там тоненькая пряжа, но она очень хорошо себя ведет, когда вяжется в несколько нитей. Поэтому не бойтесь. Значит, что я делаю? Мы будем, у нас не будет ни одного единого шва грубого, все будет очень красиво. Значит, мне нужно, во-первых, мне нужно пока один маркер. Маркер я делаю из нити, потому что спицы толстые, и мне будет потом обычный маркер не оденется. Значит, вот такой вот я маркер соображаю и беру дополнительную нить. Так, делаю узелочек, вот так вот, как бы петелечку, не узелочек, а петелечку, одеваю его на спицу, и таким вот образом набираю петли. Всего 30 петель, раз, потому что мы потом эту дополнительную нить будем убирать, не затягиваем, вот так вот свободно, еще раз, захватываем, то есть вот так вот берем нить, перекручиваем ее в дырочку и одеваем. Перекручиваем и одеваем. Всего 30 петель. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32 петли у меня. Значит, здесь нить я обрезаю, эту дополнительную, и беру основную. Значит, 32 петли. Привязываю основную нить. Видите, какая она внутри
пушочек, пушочек. Так, и начинаем, здесь мы начинаем вязать с первой петли, потому что она нам нужна. То есть мы не снимаем как кромочную, основной нитью 5. Вяжем весь ряд лицевыми, включая кромочные, все петли мы провязываем лицевыми. Последняя петля у нас тоже кромочная лицевая. Что у нас так? А, это просто так интересно. А, это эта петля у меня оделась. Вот видите, первая. Здесь у меня тоже петля. Оделась на вторую. Поэтому я провязываю перед ней петлю и вот эту вот кромочную последнюю. Теперь нам нужно отделить кромку, которая будет вязаться платочной вязкой. Здесь у нас последняя кромочная, обязательно лицевой. Мы вяжем кромочную, снимаем. Следующие 5 петель вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Одеваю я вот этот вот маркер. Остальные петли я вяжу изнаночными. Так, остальные петли я вяжу изнаночными до конца ряда. То есть до вот этого обозначения у нас 6 петель. А здесь вот у нас 26. Всего 32. Здесь, там где мы вяжем изнаночными, мы кромочную провязываем изнаночной. Поворачиваемся. Третий ряд. Весь ряд мы вяжем лицевыми петлями. Это 26 петель. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26. Вот это основное полотно. И здесь у нас платочная вязкой 6 петель. Наша как бы как планка, да, цельновязанная. 2, 3, 4, 5, 6. Здесь она вяжется тоже лицевыми. В изнаночном ряду она тоже вяжется лицевыми, как и основное полотно. А основное полотно изнаночными. То есть первую петлю я сняла. 5 провязываю лицевыми, после маркера вяжу изнаночные. И таким образом вяжу далее. Вот таким вот образом это все выглядит. Провязала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35 рядов. Всего у меня здесь провязано, значит, тут я шпаргалку пишу, значит, здесь у меня 32 петли всего, 26, 6, вот сейчас уже хорошо видно, вот разделение 6 и 35 рядов вверх. И вот начиная с 36 ряда, по сантиметрам, что у нас, давайте будем перепроверять. Пока это все не обработано, у нас 26 сантиметров высоту, 35 рядов, это 26 сантиметров. И в ширину у нас эта деталь составляет 32 сантиметра. Это пока. То есть один к одному, 32 петли, 32 сантиметра. А здесь у нас один к одному идет. Теперь мы делаем сокращение для скоса капюшона.
Вот здесь у нас пойдет вот такой вот скос. Значит, я провязываю 2 петли вместе лицевой в начале ряда и вяжу ряд до конца. Изнаночный ряд без изменений, то есть до маркера это лицевые петли. После маркера это изнаночные петли. Здесь кромочную мы тоже провязываем изнаночной, поворачиваем и следующим лицевым тоже провязываем в начале 2 петли вместе лицевым. Таким образом вяжем далее изнаночной без изменений, в лицевом мы провязываем в начале ряда вот 2 петли вместе. Итак, у меня здесь, смотрите, сделала я сокращение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот седьмое. И теперь, после того, как у вас 7 сокращений, это провязано еще плюс 14 рядов. Если смотреть на схему, то плюс 14 рядов к этому, то есть 30, 40, 49 рядов и 7 сокращений. 7 раз вот эти вот сокращения. Теперь это у нас... Это здесь у нас будет сейчас сгиб. Теперь мы будем петли добавлять. Здесь мы убавляли, здесь мы будем добавлять 7 раз по одной петле. По одной. Так, каким образом? Вот, я в предыдущем ряду сократила. 48 вот это вот 49 провязала изнаночный. Теперь что мне нужно сделать? Вот здесь вот смотрите, вот она кромочная, мне нужно вот эту вот, где было наше сокращение, видите, здесь оно ступенечкой, мы, я его вот так вот беру и провязываю, можно поднять на спицу и провязать. Это мы добавили одну петлю, здесь у нас пойдет вот такой вот залом, то есть сгиб. Оно образуется само по себе, вам особо не нужно над этим как бы задумываться. Оно будет там, где нужно. Вот поэтому не волнуемся, не переживаем. Просто делаем то, что я показываю. Здесь все то же самое. В лицевом ряду это лицевые петли, безумно приятная пряжа, девчонки, должна я вам сказать. Вот в изнаночном ряду это планочка лицевые, остальные петли изнаночные. Кромочная здесь изнаночная, поворачиваемся и снова вот эта ступенечка у нас уже соединена, теперь следующую, вот она видно, я думаю, вот эта кромочная, ее мы не трогаем, мы присоединяем ступенечку и провязываем ее и вяжем дальше. И так мы делаем, пока у нас не закончатся все ступенечки, вот все 7 раз мы здесь вот присоединяем наш капюшон. Смотрите, как это выглядит. Вот нет у нас такого грубого шва, оно достаточно плоское, поэтому не будет ничего нам уплотнять это место. И вот 6 раз я уже, даже видно, 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз я это сделала. Теперь 7, последний. Так, теперь вот 7, видите, уже дальше пошло ровно.
седьмую я ступеньку поднимаю. Провязывая ее. Кстати, может вот так вот поворачивать. И теперь мы уже, мы здесь, поднимая эту петлю, мы добавляли по петле. Я, по-моему, даже не сказала, что таким образом мы 7 петель добавили. Те петли, которые мы сократили, те же петли мы и добавили. И сейчас нам, мы будем просто присоединять эту часть к этой уже связанной, чтобы швов у нас не было. Сейчас вяжу изнаночный ряд по узору. Присоединять мы будем в изнаночном ряду. Здесь у нас кромочная, изнаночная. Мы ее будем цеплять за нашу вязаную, связанную уже часть. Вот когда у нас осталась кромочная только здесь. Смотрите, кромочную я снимаю на правую спицу. И теперь вот мы присоединили. Далее у нас пошли вот такой, нет этих ступенечек, есть просто кромочные. Мы берем следующую кромочную. Вот видите, здесь у нас зацеплена петля. Берем мы кромочную. Возвращаем вот эту вот последнюю, которую мы пересняли, и их провязываем 2 вместе изнаночной. Поворачиваемся. То есть мы присоединились. Теперь мы первую петлю снимаем и вяжем до конца ряда по узору, так как и вязали. То есть, по сути, мы провязали кромочную, но к ней мы еще присоединили кромочную отсюда, чтобы присоединить наше вязание. Так, изнаночный ряд, которым в конце мы будем присоединять. Так, здесь снова довязали до кромочной петли, переснимаем ее на правую спицу. Здесь смотрим внимательно, если там ступеньки хорошо видно, чтобы мы не подцепили одну и ту же. Вот здесь вот видите, она зацеплена уже эта петля. Нам нужно поднять следующую, поднимаем на левую спицу и эту снятую тоже переснимаем на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной. Таким образом мы каждый раз, видите, одна как бы часть этой кромочной, она остается здесь, а мы цепляем за одну кромочную, чтобы, то есть за одну полупетлю, чтобы избыточно как бы не уплотнять этот шов. То есть следующая у нас пойдет это, потом это и так далее. В каждом ряду мы по одной изнаночной будем присоединять. Я вяжу, пока не дойду прям до конца. Так, и тут, девчонки, сейчас вам кое-что покажу. Вот, покажу, чтобы вы видели постепенно. Вот видите, я продвигаюсь. Здесь уже мы не считаем ряды, просто в конце изнаночного ряда каждую кромочную мы присоединяем. Такой вот край у нас получается, сшитое все получается вот таким вот образом. И тут пришло время мне присоединять нить. Вот, я решила вам показать, как я в этой пряже присоединяю нить. Значит, при помощи иглы никаких узлов
Вот здесь у меня такая не растрепанная. Вот я беру там, где растрепку. Если она не растрепка, то мы ее делаем растрепкой сами. То есть утоньшаем. Вот подтяните здесь по это. Вот так вот. Этот способ подходит именно вот такую вот пряжу, которая у нас связана. Видите, вот такой вот шнурочек. Вот. Мы берем эту пряжу, подтягиваем край, как бы утоньшаем. Край немножко как бы пытаемся сделать тоньше. Продеваю я ее в иглу. Таким вот образом. И что я делаю? Я беру вторую нить и иглу продеваю вовнутрь. Вот этой вот ниточки я продеваю вовнутрь и выезжаю как бы из этого туннеля и продеваю. Вот для начала я вот таким вот образом, как бы присборенное оно остается, потом вытаскиваю вот эту вот мою нить. Вот таким вот образом теперь снимаю иглу и возвращаю ее, как бы вытягиваю. Тем самым внутри останется только вот этот вот тонкий край. Таким вот образом. Здесь вот я пытаюсь как бы разровнять, ну и подтянуть вот этот вот краешек, чтобы он тоже был как бы подтянут. Все, вот здесь вот я этот кусочек, если остался, то просто обрежу таким вот образом. И вот это вот пряжа, сейчас я вам, вот это соединение, видите, оно как бы сейчас здесь видно, но вы не бойтесь, оно в вязании очень хорошо себя ведет, получше, чем любой узел. Оно просто спрячется, и эта нить никогда в жизни не разойдется, да, как может разойтись узел. Даже самый крепкий может при стирке. А здесь мы просто вяжем так, как вяжем. Вот. Уже даже... А, вон дальше, сейчас. Сейчас мы дойдем к этому. И ввязывается просто вязание. Вот оно, видите? Просто вяжете. И все. Смотрите, видите, оно раз здесь и смазалось, и ничего не видно, все прекрасно. Здесь, конечно же, чуть-чуть толщение, но оно тоже после ВТО тоже оно потеряется. Итак, последний ряд, вот смотрите, у меня последняя изнаночная и последняя кромочная. Хочу показать вам, как она выглядит. Видите, она уже зацеплена за вспомогательную нить. То есть это у нас последнее присоединение. И капюшон у нас уже готов. Теперь здесь. Сейчас я вам показываю его. Так вот он выглядит. Так.
Так, теперь что мне нужно сделать? Теперь я беру другие спицы, потому что мне для шарфа нужна вот эта вот, этот размер. Я его снимаю и одеваю другие. Тут уже без разницы, какие. Мне важно вот эти вот отсоединить, чтобы можно было вязать шарф, потому что это мы сейчас оставим с открытыми петлями. Так, ссылку на набор вот этих вот спиц я оставлю под видео в описании. Спицы у нас с AliExpress. Значит, вот эту ниточку я отрезаю, она не нужна, вот которая, ну, ту, которую я вязала здесь с этой ниточкой. Смотрите, что я делаю, я ее высвобождаю от вспомогательной нити. Петля у нас где? Вот она. Здесь вот смотрите, вот она первая петля, и вот она нить. Сейчас мы ее просто освободим, вот эту ту ниточку. Так, а петля у нас здесь. Эти нити мы связываем узелочком. Так, все, чтобы у нас ничего не распустилось. И теперь одеваем вот эти вот петли, которые таким образом, смотрите, можем сразу убирать вот эту вспомогательную нить. Раз, у нас петелька освободилась. Вот так вот я убираю эту ниточку и высвобождаю петли. Хорошо, берите нить контрастного цвета, чтобы вам хорошо было видно, где основная, где вспомогательная. И сейчас мы просто вот это вот оставляем. Здесь на этом этапе можно намочить, разложить. Что пробовала я? А вот смотрите, убежала у меня петля. Где она? Где она? Вот она, вот она, вот она. Я утюжу не насильно большую, как бы, не на большую температуру, но с паром потихонечку я его как бы прохожусь, и таким образом, ну, можно и постирать, если боитесь гладить, если не боитесь. Здесь то шерсти не так много, поэтому утюг глажку переносит хорошо, это изделие, ну, это пряжа. Так, здесь я вот эту, хотя я эту нить сейчас благополучно могу использовать для шарфа. Да, кстати, да, кстати. Последняя петелька здесь у нас как бы и есть, и нет петля, вот в конце у вас будет. Эту мы разрезаем, которая у нас была связана, и вот здесь вот смотрите, эту обязательно одевать последнюю не обязательно, она как бы вроде бы как и петля, а вроде бы как и не петля. Вот я ее оставляю вот таким вот образом, последнюю. Так, теперь это все дело я проутюжу и оставлю до лучших времен. Так, и вот этот маркер мне уже тоже не нужен. Из вот этой вот дополнительной ниточки я сделаю два маркера. Теперь для шарфа нам нужно два маркера. Я их делаю. Вот.
и два. Есть. И теперь так, спицы мои 9 миллиметров. Так, есть. И теперь я набираю дополнительные петли. В этот раз для шарфа мне нужно 24 петли. Значит, 1, 2. Делаем все то же самое, только меньше петель и 2 планки у нас будет с обеих сторон. 3. Ну, тут в данный первый ряд точно так же. Значит, 24 петли. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Так, теперь основная нить. Вот она. Точно так же я привязываю и первый ряд вяжу просто лицевыми петлями. Так, есть. Ой, видите, я забыла, девчонки, внимательно провязываем и первую петлю. Первый ряд. Теперь нам нужно отделить по 4 петли по бокам. Здесь у нас уже не 6 петель, а 4 вместе с кромочной. Значит, первая петля, вторая, третья, четвертая. Цепляем маркер. Далее 16 петель посередине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ой, 14, 16. Ну, если 24, вот какие 14-е? Девчонки, 16. 4, 16, 4. Отделяю и последние 4 лицевыми петлями. 2, 3, 4. Поворачиваемся, следующий ряд лицевыми, то есть в изнаночном ряду крайние петли мы вяжем лицевыми. Давайте еще раз, лицевой ряд, все лицевые, здесь у нас кромочные, все обе лицевыми петлями, то есть если здесь у нас была кромочная и лицевая только в этом месте, где у нас край, а там у нас была изнаночная кромочная с другой стороны, вот, то здесь у нас обе кромочные лицевые. Дальше мы вяжем весь шарф вот таким вот образом. Шестнадцать средних петель чулочной гладью и по 4 петли по бокам платочной гладью. Вот здесь вот лицевыми, изнаночный ряд здесь. А здесь изнаночными. 16 изнаночных. Так, 16 средних между маркерами и последние лицевыми. И так продолжаем вязать весь шарф.
Итак, провязала я 92 ряда. Вот. И это у меня 70 сантиметров. Вот он, шарф. Уже я его утюжком прошла. Смотрите, как прекрасно выглядят вот эти вот ниточки. Вот он наш шарфик. И теперь, девчонки, я буду присоединять капюшон к шарфу. То есть вот у меня вот этот вот шарф. Значит, здесь провязано у меня 92 ряда. Вот моя заготовка капюшона. Присоединять мы будем, вот смотрите, таким вот образом, постепенно. То есть, если смотреть на капюшон, то вот у нас сгиб и левая половина капюшона. Вот начинаем мы с левой половины капюшона. Последний ряд, вот 92-й. Последнюю кромочную петлю я сейчас ее распускаю. И начиная с 92 ряда мы берем эту последнюю кромочную петлю. И две следующие петли мы провязываем вместе. Таким вот образом, лицевой. Далее я поворачиваю работу и вяжу только шарф. А это остается на спицах. Сам капюшон. Вяжу здесь по узору, кстати. У меня послетали все маркеры. Давайте я добавлю, чтобы я вас не путала, чтобы вы понимали, что я делаю. Так, значит, 4 петли. Здесь у нас изнаночные. Сейчас еще раз мы будем присоединять не по одной петле, а по две, девчонки, потому что капюшончик нам нужен маленько присобранный. Для этого, вот кто смотрел то первое видео, вот, то я думаю, вы помните. А сейчас там я сшивала, а сейчас мы просто вяжем все без сшивания. Видите, вязала, растеряла маркеры, 4 петли, вот они мои, платочная моя вязка, 1, 2, 3, 4, вот, кстати, соединение нити, видите, так, лицевой ряд. То есть получается, по сути, у нас на каждый ряд приходится одна петля, так как мы как бы присоединяем только в лицевом ряду, вот сейчас изнаночной мы просто провязываем без изменений, то мы присоединяем 2 петли. И получается, на изнаночной тоже приходится, по сути, одна петля, ту, которую мы просто не присоединяем, а в лицевом присоединяем 2. Вот последняя кромочная, я ее переснимаю. Одеваю на вот эту спицу, где у меня капюшон, и 3 петли вместе, это одна кромочная отсюда, которая осталась, и 2 петли с этой спицы. Я их провязываю вместе лицевой. Вот таким вот образом получается, у меня присоединяется. Давайте еще один цикл я с вами свяжу, то есть изнаночный ряд. Я вяжу по узору, то есть продолжаю вязать вот эту вот планочку лицевыми петлями, а серединку лицевой гладью. Вот здесь в этом ряду я просто повернула, ничего не делаю, ничего не сокращаю, сняла первую петлю и вяжу обычный классический ряд. И снова лицевой ряд, смотрите. Так, здесь вот видите наше соединение, оно уже в вязку ушло.
все, еще приутюжится, и ничего у нас не видно. Вот эти вот соединения. Так, и последний раз я вам покажу, я думаю, уже понятно. В каждом как бы лицевом ряду мы здесь присоединяем две петелечки. Раз, два, три. Последняя. Смотрите, я ее переснимаю на правую. И потом переношу на вот эту спицу, где капюшон. И эту, и две следующие провязываю 3 вместе. Все, я думаю, уже понятно. Да, вот так вот оно будет. Чуть присобрано, что я и говорила. Продолжаем дальше. Так, вот если смотреть на вот это все дело, девчонки, сейчас я этот ряд довяжу. Я уже присоединила, по сути. Все. Так, вот так вот это выглядит. Смотрите, оно присобрано. Это так задумано, девчонки, для того, чтобы капюшон у нас был объемный, а здесь будет второй слой снуда. Оно будет выглядеть так как задумано. Вот. Значит, вот так вот это выглядит присоединенное, еще не глаженное. Вот. И последние две петли у меня. То есть, вот мое рабочее полотно. То есть вот мое рабочее полотно, оно шло туда, а здесь я присоединяла. Вот кому непонятно сама, как бы сама технология, что куда. Так, сейчас вяжу, присоединяю две последние петли. И далее у меня просто ровное вязание. Так, и дальше у меня просто ровное вязание будет, так как и в начале, уже без присоединения. Так, вот последняя кромочная, и на дополнительных спицах у меня последние, так, уходи отсюда, не мешай, последние две петли, которые я присоединяю, то есть провязываю с кромочной вместе, 3 вместе, и все. Вот, остался у меня на спицах только шарф, вот петли шарфа, капюшон у меня присоединился. Вот. И я вяжу еще шарф, те же 70 сантиметров, как и вязала, 92 ряда еще вяжу, один шарф. И хватает 4 мотка пряжи, как я и предполагала, так что, девчонки, 4 мотка, никаких изменений. Все, как я говорила в начале. Вяжу шарф, вот, то есть, кстати, маркер у меня опять потерян, то есть вот это делаю и вот это делаю. Просто шарф как в начале. Так, и наша обработка, значит, гладила я, девчонки, прям утюжком, утюжок, мама не горюй, кошмар, караул, детский утюжок от розетки я еще летом заказывала, вот, поэтому показываю я вам, как гладила, ничего не боялась, паром на самую большую мощность, но это этот утюжок, если у вас, конечно, нормальный утюг, не такой, как вот этот, вот, то вы, конечно, желательно на образце испытайте мощность, на какую оптимально вам будет гладить, потом гладьте. Я не мочила, потому что, думаю, сейчас отопление еще не включили. Что еще хотела сказать? Отопление не включили, холодно будет, думаю, неделю сохнуть, думаю, нет. Я проутюжу. В общем, я проутюжила. А вы можете попробовать постирать, девчонки. Тоже напишите в комментариях, как после стирки эта пряжа себя ведет. Вот, теперь. Да, кстати, если кому непонятно, то есть я связала вот эту вот
шарфину, точно такую же, как эту. Видите, у меня они две одинаковые. Теперь, одна у меня, кстати, осталась, вот когда я провязала 92 ряда, она у меня осталась вот здесь вот на спицах. Вторая у меня на дополнительной нити, которую я сейчас распущу и одену петли на спицу. Каким образом, еще тоже очень важно, смотрите, девчонки, вот первая петля. Слева направо, чтобы у нас вот так вот это все, обе спицы смотрели туда, чтобы мы сейчас будем сшивать это все дело. Так, я сейчас эти петли одену. Здесь я уже, эта нить мне не нужна, поэтому я обрезаю, чтобы ускорить процесс. Вот таким вот образом я одела. Видите, кромочная такая деформированная чуть получилась. Но это не страшно. Значит, теперь я беру основную нить. Теперь мы вот таким вот образом будем сшивать. Нам нужно вот, вот видите, как я сделала. Одна нить у меня здесь, а одна нить здесь. Вот, мне нужно отмерить как минимум 3. Вообще рекомендую длины 2, 3. Я сделаю 4 на всякий случай. Вот, и теперь беру иглу с толстым ушком, вот пластиковая игла, так, продеваю нить и будем, девчонки, сшивать петля в петлю. Для этого мы продеваем в петлю иглу, продели сверху вниз, вот первая петля, а вот эту вот мы продеваем снизу вверх, вот таким вот образом, и затягиваем, снимаем обе петли. Здесь одеваем ту же петлю снизу вверх, следующую, так, снова эту петлю сверху вниз, следующую снизу вверх, затягиваем. Далее снова мы в эту первую, откуда мы пришли, видите, здесь сверху вниз, если отворачивать, обязательно отворачиваем, здесь снизу вверх, вот, вот таким вот образом это выглядит, снизу вверх, и снимаем, затягиваем. Здесь затягиваем, чтобы это на петельку было похоже. Так, здесь у нас петля сверху вниз в петлю, следующая снизу вверх, затягиваем. Вот она раскрылась, предыдущая сверху вниз, та, которая на спице, снизу вверх, возвращаемся. Это петля сверху вниз и снизу вверх. Так как петли здесь и лицевые, и изнаночные есть, то разный поворот как бы петли может быть. Ну, в любом случае, так, значит, сверху вниз, эту снизу вверх. Вот, и подтягиваем, подтягиваем, делаем такое красивое переплетение естественное. Так, где у нас петелька здесь? Вот она. Видите, здесь видно, потому что нить в этой петле уже была. Мы ее втыкаем в эту петелечку и в следующую таким вот образом.
И теперь на эту сторону здесь то же самое. И у нас получается вот такой вот шов. Конечно же, вот здесь вот не очень он такой прям красивый. А здесь уже на чулочной глади получается, что у нас его не видно. Поэтому, что нам очень удобно. Еще что хочу сказать, что если для вас эта техника очень сложная, то можно закрыть крючком. Потому что вот эта часть, она все равно будет сзади. После переплетения снуда она будет даже спрятана под капюшон, поэтому ничего абсолютно даже страшного не случится, если вы просто закроете петли и сошьете любым удобным для вас способом. Потому что в любом случае я потом на манекене вам постараюсь, если не забуду, показать, что при одевании вот эта часть, где у нас шов, она спрячется под капюшон. Ну, когда капюшон будет опущен на плечики. Если он на голове, то, конечно же, оно немножечко будет выглядывать. Но в любом случае это будет сзади, поэтому не боимся того, что он будет неаккуратным. Этот шов, он не будет на видном месте, поэтому мы его не боимся. Видите, что получается очень естественно и симпатично. Итак, девчонки, что я сделала, в общем, когда закончила это все? Значит, влажно-тепловая обработка, девчонки, прям проутюжила, честное слово, легонечко паром, не боятся эти ниточки, ничего, очень хорошие, как бы, в уходе, вполне себе хорошая пряжа, то есть, не боимся гладить, можно разложить, намочить, разложить, и теперь... Что я сделала еще? Я вам промерила как бы размеры. Значит, длина самого шарфа, ну, то есть вдвое это будет 184 сантиметра, а сложенный напополам это 92, верх ногами написала, 92 сантиметра. То есть 184 всего. Это уже после обработки 184 сантиметра. После глажки. Девчонки, он достаточно объемный. Сейчас я вам покажу на манекене. Поэтому здесь, в этом месте, вы можете шарф корректировать. Потому что не все любят такой объемный. Вот. Далее, высота самого шарфа 26 сантиметров. То есть, ну, ширина шарфа, когда начинаем. Вот ширина капюшона 33 сантиметра и высота 38 сантиметров. Это мои конечные результаты. Я же говорю, он достаточно объемный, поэтому смотрите, уменьшить немного вы можете. Вот, и сейчас я вам покажу на манекене, на мужском и женском. Изначально я думала, что это будет чисто женский капюшон, но посмотрев на манекен, он вполне себе подходит для мужчин. Мужчины тоже некоторые любят такие объемные вещи, поэтому для мужчины вполне себе приемлемый капюшончик можете вязать, девчонки. Вот. А на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Вот так он выглядит на манекене, девчонки, очень объемный, мягкий, приятный, и все как мы любим, объем, воздушность.
Вот. И, кстати, для мужчин он тоже вполне себе подойдет. Сейчас я вам покажу на манекене мужском. Смотрите, на мужчине тоже очень красиво. Если взять темно-серую пряжу, да даже из этой светлой очень красиво. Вот. Ну, а если взять черную или темно-серую, тоже будет очень классно. Так что мужчинам тоже не бойтесь, очень такая универсальная вещица.